Здравствуйте, дорогие мои ребятки-телезрители! В эфире Угрического телевидения увлекательно-познавательная, познавательно-увлекательная детская передача «У Лёвушки в гостях». Итак, мы сегодня продолжаем разговор о братьях наших меньших, а точнее о том, как они отдыхают, ну или другими словами спят. А ведь есть животные, которые, кажется, вроде бы вообще не спят. Ну, например, морские животные и рыбы. В этом подозревали даже дельфинов, потому что во время проведения экспериментов усыпленные снотворными лекарствами дельфины переставали дышать и тонули. Думали, что дельфины постоянно находятся в полусне, и у них работает только половина мозга. Но оказалось, что дельфины все-таки спят по-настоящему, даже глаза закрывают. Просто им все время приходится необходимо просто шевелить хвостами, чтобы всплыть к поверхности воды, выставить дыхало и набрать в легкие воздуха. А вот кровожадные недруги наших дельфинов, акулы, возможно, не спят никогда. У этих хрящевых торпед, как в общем-то, ну и у дельфинов, нет воздушного пузыря, который поддерживает на плаву костистых рыб. Вот и приходится акулам, этим океанским хищникам, мерить океан, не зная отдыха ни днем, ни ночью. Ну а костистым рыбам повезло. Они, уравновесив себя в океане, засыпают в самых невероятных позах. И на боку, и кверху брюхом, и вниз головой. С еще большим комфортом устраиваются на ночлег их речные подруги. То в песок зароются, то за камушек прилягут, то среди водорослей притаятся. Но, может быть, акулы и не мучаются бессонницей, а спят на ходу? Но дремлют же во время полета перелетные птицы, ну, по крайней мере, аисты. Перед дальней дорогой аисты теряют покой, даже худеют. Во время перелета они редко останавливаются на отдых. На незнакомом месте-то страшновато. Но организм не может не отдыхать. Вот аисты и спят прямо в полете. Под спальню воистиной стаи отведена средняя часть каравана. Вздремнув минут 10, аист уступает спальное место очередному измотавшемуся путешественнику. Но что ни говори, в воздухе не очень-то отоспишься. Гораздо лучше спать, прильнув к матушке-земле, а еще лучше удобно устроиться в уютной постельке, на мягкой подушечке, под пуховым одеялком, и всю ночь до утра наслаждаться красивыми добрыми снами, что мы с вами, друзья мои, и сделаем только сразу после того, как посмотрим хороший мультфильм. Все, друзья мои, все. Лёвушка прощается с вами, потому что передача у Лёвушки в гостях завершается. Не забудьте перед самым сном почистить свои зубки, умыть свои красивые личики, ну и, конечно же, пожелать спокойной ночи своим сестричкам, братишкам, мамам, папам, бабушкам, дедушкам и всем, кого вы любите. Не забывайте об этом. Ну а я прощаюсь с вами до новой встречи в передаче у Лёвушки в гостях. Пока!